Почетные грамоты и слова благодарности. «Единая Россия» празднует свой день рождения – 21 год. Глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Андрей Иванов наградил лучших сотрудников за активную работу и большой вклад в развитие округа. За все эти годы, что мы вместе занимаемся партийным строительством и являемся представителями различных ветвей власти, исполнительной, как я, многие депутаты у нас во фракции «Единая Россия» также активно принимают участие в работе нашего исполкома. И с большим удовольствием хотел бы вручить вам сегодня заслуженные награды. Поздравляю вас с праздником! За эти годы в стране шла системная работа по развитию экономики, социальной сферы и городского хозяйства. По инициативе партии успешно реализованы ключевые проекты во всех сферах жизни муниципалитета. По словам единороссов, лучшая награда за труд – это благодарность от людей. После поздравлений Андрей Иванов провел личный прием жителей. Один из важных вопросов, который был рассмотрен – помощь семье мобилизованного. Мы с 15 числа вам раздадим специальные такие пластиковые карты, где вы можете пользоваться услугами в наших парках бесплатно. Брать коньки, лыжи, санки, для того, чтобы детишки у вас там развлекались, проводили свое свободное время, досуг. Партийцы всегда находятся в тесном контакте с жителями и добиваются решения всех актуальных вопросов. При этом планов на будущее у «Единой России» много, и партия уже сейчас готова приступать к их успешной реализации, отметил Андрей Иванов. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».